Оренбургская область стала одним из лидеров антирейтинга по численности ВИЧ-инфицированных подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Средний возраст заболевших от 15 до 17 лет. При этом количество вновь выявленных случаев заражения подростков за последние 16 лет снизилось более чем в 20 раз. Похожая ситуация в 12 регионах России, в том числе в соседних Башкирии, Самарской и Челябинской областях. Ну и напомню, по официальному официальным данным, Оренбургская область занимает седьмое место в России по количеству ВИЧ-инфицированных. В регионе их свыше 21 тысячи человек.